Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся выполнять сложный столбик. Начинаем работу с четырех накидов. Я предварительно выполнила несколько воздушных петель для того, чтобы было удобно выполнять сложный столбик. Начинаем работу, повторюсь, с четырех накидов, выполненных на крючок. Выполняем раз, два, три, 4. Накиды придерживаем пальчиком, чтобы они не соскальзывали с крючка. Вводим крючок в основное полотно. Вытягиваем рабочую нить и провязываем. Раз провязываем накид и 2. И все оставшиеся петельки на крючке оставляем пока не провязанными. Выполняем опять 2 накида на крючок. Пропускаем 2 петельки в основном полотне и в третью петлю от провязанной выполняем столбик с 2 накидами, опять же не довязанный. Провязываем раз накид и 2. Вот у нас с вами от 2 недовязанных столбиков осталось по 1 петельке. Теперь мы с вами их эти 2 петельки провязываем вместе. Провязали. Далее провязываем до конца наши накиды. Провязываем. Раз, два. И провязываем наш столбик. 2 оставшиеся петельки провязали вместе. Далее выполняем 2 воздушные петли. Выполняем. Раз, два. Опять на крючок выполняем 2 накида. Раз, два. И вводим крючок в верхушку наших 2 провязанных столбиков. То есть там, где мы с вами видно хорошо, 2 петелечки провязали вместе. Цепляемся за 2 петли и вытягиваем рабочую нить. Провязываем столбик с 2 накидами. Раз, два. До конца провязали. У нас с вами получился такой красивый, аккуратный, сложный столбик.